Врачи Мариэл восстанавливаются после тяжелого периода пандемии. В этом году провести отпуск в санатории «Сосновый Бор» смогут 175 медицинских работников, которые болели коронавирусом или контактировали с больными COVID-19. На восстановление здоровья врачей из резервного фонда республики было выделено почти 5 миллионов рублей. Очередной день в санатории «Сосновый Бор» начинается безмятежно. Кто-то посещает утренние лечебные процедуры, кто-то спешит на зарядку. Несмотря на то, что все условия здесь созданы для отдыха, режим дня насыщенный. Главное, зачем сюда приезжают гости – набраться сил. В этом году такой отдых особенно важен для медицинских работников. Сейчас, когда ситуация с пандемией в Мариэл улучшилась, врачи получили возможность восстановиться. В нашем санатории широко применяются множество методик лечения. Ну, в первую руку это широко известное всем физиотерапевтическое лечение, воздействие токами, световыми волнами, теплолечение. Кроме этого, широко используются все положительные и лечащие факторы нашего климата Марийской Республики. Также для снятие психологической напряженности, для психологической разгрузки. Каждый прибывающий проходит консультацию у специалиста. Исходя из медицинского заключения, подбирается индивидуальная терапия. Один из методов восстановления здоровья – правильное питание. Здесь ему уделяется должное внимание. Питание в санатории организовано согласно методическим рекомендациям и приказам Министерства здравоохранения. С открытием мы увеличили в рационе отдыхающих овощи, фрукты, зелень. У нас есть диеты «Общий стол», диета с сахарным диабетом, гастроэнтерологические, сердечно-сосудистые, предназначенные для заболеваний. Рассадка в столовой соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. За одним столом сидят не более 2 человек. Соблюдается 1,5-метровая дистанция. Регулярно проводятся дезинфекционные мероприятия. На территории санатория соблюдается предписание Роспотребнадзора. Роспотребнадзор подходит очень щепетильно к формированию санитарных требований, особенно тогда, когда санатории только-только начинают открываться. Есть нормативные документы, которые полностью соблюдаются у нас в санатории. То есть каждые 2 часа происходит обработка контактных поверхностей. Номера убираются ежедневно с применением дезинфицирующих средств, не простых дезинфицирующих средств, а те, которые убивают вирусы и воздействуют на коронавирусную инфекцию. Помимо лечебных процедур, отдыхающие получают психологическую разгрузку. Могут погулять на свежем воздухе, а в теплую погоду провести время на озере Карась. Здесь буквально все очень расписано по минутам. Здесь и гидромассаж, и грязевые обертывания, дальше всякие электропроцедуры. Питание просто изумительное. Это, наверное, одно из лучших мест в Мариэл, где действительно можно поправить свое здоровье. Это было очень, важно, потому что, медперсонал, можно сказать, работал на износ в это время. И, конечно, надо было немножечко подлечиться и поддержать здоровье. Сейчас в санатории продолжается первый заезд медицинских работников. Всего здесь на данный момент более 60 врачей со всей республики, которые в период пандемии находились в так называемой «красной зоне» в непосредственном контакте с коронавирусными больными. Уже через неделю сюда приедет на отдых вторая смена медицинских работников.